На острове Вайгачи ищут двух пропавших мужчин. 29 ноября на снегоходах они выехали из поселка Варнык в тундру. С тех пор о их судьбе ничего не известно. Поисками пропавших сейчас занимается местное население, в том числе и администрация Юшарского сельсовета. Поиски пока безрезультатны. Впрочем, по некоторым данным, вчера удалось обнаружить следы снегохода. Они привели к 5-метровому обрыву на берегу моря. В Главном управлении МЧС России по Ненецкому округу сообщили, что к вылету готовится бригада спасателей. Они займутся поисками пропавших. По настоящее время о них судьбе ничего не известно. Силами местного населения были организованы поисковые работы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями поиски прекращены. В настоящий момент готовится к вылету из Наринмара группа спасателей.